Друзья, очень хочется вам показать хотя бы кусочек одного из самых чудных музеев, ну, по крайней мере, морских музеев из тех, что я видел в жизни. Это городочек Роскилле. И вот сейчас прямо за окном того самого музея, музея викинг-кораблей в Роскилле, вы видите плещущееся море, а точнее это Роскилле-фьорд. Полвека назад здесь рыбаки обнаружили вот это чудо. 5 потрясающим образом сохранившихся викинг-судов, викинг-кораблей. Им 1000 лет. Благодаря тому, что море здесь слабой соли и не самое теплое, здесь не живет тот самый жучок, который разъедает древесину в морях, что потеплее. И поэтому корабли сохранились. Они в превосходном виде, они в чудесной сохранности и дают нам представление о том, как путешествовали эти отважные мореплаватели 1000 лет назад отсюда, из Северной Европы, страны Европы, всей остальной. Приезжайте в Данию, в любимую Данию, в городочек Роскилле, обязательно загляните сюда. Музей викинг-кораблей.